В Нижневартовск прибыли икренные караси, но не на продажу, а для размножения. Богатый рыбный улов за 200 километров привез общественник, который на протяжении уже 7 лет занимается зарыблением водоемов Югры. В этот раз новую живность выпустили в Комсомольское озеро. Завтра акция пройдет в Радужном. Подробнее о том, как она прошла в Нижневартовске, расскажет Регина Гауфе. Комсомольское озеро в Нижневартовске – это кусочек дикой природы в каменных городских джунглях. А ведь раньше здесь не водилась даже рыба, и само озеро старожилы называли мертвым. Потому что раньше действительно здесь рыбы не было. Ну, лет 10 уже здесь рыбаков много. Ну, может, не 10, но пускай 15 будет. Но не очень давно, не очень давно. Я уже здесь давно. Больше 40 лет. В 2011 году Комсомольское озеро, вернее его дно, почистили. После этого началось активное облагораживание озера. Не только силами городских служб, но и общественниками, которые регулярно на протяжении уже не первого года запускают в озеро мальков рыб. О, сейчас его плавание. Пускай плавает на радость нашим детям, внукам, правнукам. Мы начали еще в 2015 году. Значит, запускать первую партию, там привезли мы гальяна, пескаря, карасей. Потом через 3 года уже каждый год мы и осенью, зимой, и весной запускаем. А потом уже запустили щук и окуня, ершей. Помогаем экологии, делаем только лучше, ни в коем случае никак хуже. Это как бы мы делаем для себя и для дальнейшего поколения. И как бы это только в плюс. На сегодняшний день здесь рыбу ловит круглосуточно, круглогодично, значит, и бесплатно. Самое главное. В этот раз в Комсомольское озеро запустили более 10 карасей, уже взрослых особей, причем икринных. По словам общественников, каждый этот карась принесет не менее 25 тысяч икринок. Вот икры, видите сколько? Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.